Добрый день, уважаемые зрители. Как и обещал, я записываю в ускоренном виде прокачку Final Fantasy 5. Вернее, сейчас я играю обычную запись. Запись потом отредактирую и выношу. Так, поехали. Так, загрузить игру, естественно. Какой у нас там побольше? 11.26, вот это последний. Так, сейчас я буду выберу режим автоматического боя. Вот у меня дракончик. Автоматический бой. Так, такие у меня профессии стоят. Вор, рыцарь. Не понял. А, ну да, я вора еще качаю. Итак, поехали. То есть будем бегать вот так туда-сюда, выискиваем монстров. Так, и включаю автобой. Вот автобой. У меня все рыцари, кроме одного, как... А, секунду, сейчас я автобой выключу, потому что мне надо настроить ограбление. Чем отличается от Бравстат, то есть сначала он ворует, потом ударяет. Это ограбление. Вот теперь он запомнил. Теперь можно уже включить автобой, и он будет тогда уже ограбление делать. Вот видите. То есть идет автоматизация прокачки фактически. Немножко они сделали послабон прокачки в гринде в этом. Потому что иначе это просто жуткий фарминг начинается. Видите, рыцари уже неплохо прокачаны. Итак, до следующего уровня. Профессии 32 уфарис, а до следующего уровня боевого, то есть уровень персонажа у Барса, ага, нет, у Лен. Я почему сейчас прокачусь, потому что там в крепости несколько боссов, и самый первый меня тут же завалил. Так, а почему украл? А, нет, все-таки ударил. Все. Дальше, поскольку я сейчас следующую часть видео буду чисто прокачки, я поэтому прекращаю говорить, иначе мой голос превратится в писклявый какой-то при ускорении. Итак, все, я отключаюсь.
Ну вот, уважаемые зрители, прошло 60 минут интенсивного прокачивания. Последний бой сейчас будет. За час времени поднял 7 уровень персонажа и троим из четырех поднял уровень профессии. Вот осталось последний, по-моему, уровень Барцу. Уровень вора. Сейчас у него стоит, по-моему. Сейчас гляну. 36 осталось очков. Да, шестой вор. Давайте сейчас полечусь. Пойду в город. Надо сохраниться. И пошли в город. Вот не так город. Так, сначала в город, а потом в крепость. В крепости там у нас злодеи-боссы. Вот город. Ну, со всеми надо поговорить. Так. Водный кристалл имеется в виду. Посмотрим, все ли есть. Да, магия вся куплена у меня. Так. Тут ничего нет. Но я здесь уже был. Так, на всякий случай еще пройду сейчас. Ну, щиты я покупать не буду рыцарем, потому что у меня стоит режим двумя руками удар. Здесь тоже все давным-давно уже такого же уровня, по крайней мере, а то и лучше. Так, у нас здесь все. Ква-ква. Помнится, я тут ходил уже. Ничего тут нет. Вот в этом горшке было, но я достал уже. Так. Тоже ничего. Тоже ничего. Я думал, там что-нибудь у водопадов будет. И у фонтана нет. Может, я, конечно, что-то не так тут делаю. Как-то можно залезть туда, но у меня не получилось. Ну вот, собственно, все. Так. Выхожу наружу. Сейчас снова сохранюсь. Так, в замок. Но я боюсь, там как раз и будет этот монстр. Так, зашли. Вольский замок. Добро пожаловать.
под замком. В общем, сокровище под замком. Вот там я как раз и погиб. Открыл случайно темницу, а там сидел какой-то жуткий босс. В результате он меня загрыз. Король у нас принцесса Лена, воистину счастливая встреча. Остановите усиление кристалла воды. Отказался. Если не остановить, кристалл расплодится. Я слышал о том, что случилось с кристаллом ветра. Однако это не доказывает, что кристалл воды постигнет та же участь. И народ против. Бабам. Что происходит? Что происходит? Хорошо свернул. Не на ролик упал. Рядом с цитаделью Вольса упал метеорит. Цитадель. Поговорим позже. Ну вот, пошли бродить опять. Ничего тут нету. Ничего нет. Наверх. Почевальня королевская. Ничего нет тут. Понятно. Ничего нет тут. Ладно, на выход. Так, ну что? Сначала тогда вот сюда в дверь зайду, посмотрю, что там. И дайте-ка я сохранюсь. Уй! Сейчас еще раз. Надо сохраниться. Выйду сейчас из замка. Пошли. А то, не дай бог, сейчас. Там предупредил меня, я когда вниз-то спустился, охранник предупредил. Аккуратно не выпусти монстра. И вот, видно, я выпустил. Вот тут кнопочка какая-то, возможно, это тут она виновата. Так, пошли тогда. Пока кнопку не нажимаю. Это вниз куда-то, да? Не, надо с солдатом поговорить. С охранником. Вот, в темницах внизу заключены самые отпетые галеи. Лучше держаться от них подальше. Так, а вот это тоже вниз, да? А, в темнице внизу, он сказал, да? А, в темницах. Вот, ой. Значит, здесь получается два входа вниз. Через двери вот такая. Ну, тут что здесь? А, вот она, темница, видите? Так. Даже добрый король наказывает за проступки. Ага. А с этими не поговорить. А, вот. Я знаменитый карманник, одинокий герой воров. Эх, не хочешь выпустить меня? Нет, не хочу. Плюс я тебе это припомню. Эй, брат, вылечим, а можешь открыть дверь?
Ну все, рисканем. А может это тот, кто присоединится к нам? Ну-ка. Я попробую сейчас. Может это вот тот, который станет пятым? Ну. Так. Ага. Окей, то есть он мне сказал спасибо. Ну, хорошо. Так, тот тоже вроде неплохо выглядит. А, вот так вот. Понятно. В общем, карманника я... А, там надо проверить. Нет, ничего нет. Карманника, значит, выпустил. Надо отдельный сейф сейчас сделать. Вот на кнопку это не буду нажимать. Пока что. Сейчас один файлом сделаю. Тут все, как. Теперь вот сюда. Вот здесь, по-моему, монстр-то меня убил. Так, я, пожалуй, сейчас режим включу способность вора. Отступление, чтобы сбежать можно было, если что. Только вот я не помню, как. По-моему, так же, как... А, и бой надо отключить. А, ну это во время боя. Честно говоря, не знаю, как пользоваться этим. Да, где-то... Вот он. Вот он. Так. Вы видели, сколько он мне снял уже? Ё-моё. Так. Ух ты, Фариса, все уже. Ё-моё. Обалдеть. Видите, что творится? Вот, значит, что-то я не то делал. Нельзя сюда вообще, что ли, заходить. Оп-пу-пу. Оп-пу-пу. Так, первый феникс. Так, отступление. Оставил. Да, то есть сюда нельзя соваться, получается. Но надо посмотреть, что там вообще. О, вот что здесь. Здесь надо сразу режим отступления. Эльфийская накидка, мать честная. Так, предмет. Первого феникса. Во. Так. Эликсир. Ой, не эликсир. Зелье. Так. Может, дело не в этом, просто надо убегать. Потому что явно бьет он, конечно. Так, и режим быстрого ключа. Вот. Чтобы быстро бегать. Ага. Опять сейчас убежать надо. Убежать. Отступление. Опять этот нахал. Что там у нас? Вот. Лихо он. О, обалдеть. Недаром я копил. Так. О, заклинание скорость. 1000 гил. Круто. Ну все вроде. Значит, просто надо было здесь пробежаться. Все, назад выходим.
И убежать, и убежать. Отступление. Уля. И опять он почикал нас. Круто. Вот это бьет. Сейф нет? Нет, сейфа нет. Побежали, 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 побежали отсюда. У-у-у. Значит, я накидочку заполучил. Ну-ка посмотрите, что там за накидочка. Нет, надо просто сначала посмотреть накидочку. Так. Пока не вижу. Вот она, эльфийская накидка. Позволяет иногда уклоняться от атак. Так, и все, да? Вообще нету. А, это, наверное, в шапке. Нет, не в шапке. Вот она где. Ага. Защита меньше, сопротивление больше. И все, да? О, не подходит вообще. Ничего хорошего вообще. Ладно. Побегли, побегли. Вот. А вот это что за кнопка, а? Так, в таком случае. О, что-то я открыл. А где я открыл? А, вот я где открыл. Ух ты! Круто. А куда я вышел? Куда падал? О-о-о. Так, значит, тут что-то есть такое, не иначе. Надо искать. Что-то я не понял. И что вот мне от этого? Где-то тут что-то спрятано, значит. Так, у меня вор стоит, да? Сейчас способность включу. На всякий случай. Следопыт. Ничего он не видит. Если что и спрятано, то очень сильно спрятано. Может, можно как-то через... Нет. Не получается. В общем, непонятно. Непонятно. Зачем сюда выход? Да, интересно. Ну да, вот этот выход. Может, опять куда-нибудь? Нет, туда же все. И тут же она закрывается. Ну ладно. А, секунду, вот еще что может быть открыто. Я что-то в прошлый раз-то вот вроде ее нажал, пошел вниз, и там внизу еще. Нет. Не здесь, значит. Так. Пробуем. Нет, ничего не изменилось. Это царский покой. А, вот. Я вот... Вот. Я вот здесь не был. Второй этаж. Вода здесь очищена кристаллом. Ага. Вот, запомните концепт, если вас, вам встретится нахал, вы серьезно влипли. Вот именно я влипал.
Так, надо сейчас на всякий случай опять способность включить. Отступление. Пойду ли я сохранюсь? Все-таки я там кое-что нашел. О, а где выход-то? Не понял, а что меня назад-то не пускает? Опа. А, вот я отсюда что ли пришел-то? Фигушки. Что-то я потерял выход. Где-то в замке звучна ледяная богиня Шива. Что-то я не понял, где ж выход-то? А, вот. Все, побегу, сохранюсь. Как-то стрёмно очень. Сюда. Так, вот второй этаж. Вот я все проверил. Все. Ну тогда все. Хотя нет. Там я не был, получается. Нет, тут я был. Тут уже все. А, вот, палатку нашел еще. Все, тут все. И теперь на второй, на третий этаж. О. А, вот тут еще кнопка. Проклятие этих тельц недостаточно для изучения кристалла. Дай проходи туда подальше-то. Как-нибудь туда попасть-то. Опа, он там. Странно ходит. Во, проход. Шива победил, из того чистая вода кристалла. Не хотели бы мне верить, может в конце книги проверить. Вот, а к тому можно попасть только. О, вот как. Далеко на западе находится библиотека древних. Вот там я мог бы изучить все, что угодно. Ага. И это все, да? Просто сведения. Ну тогда все. А, я ж туда так и не прошел. А как же пройти туда? К нему, а? Ну-ка. Еще раз. Как к нему пройти туда? Да никак. Никак. Да, интересно. Почему он не уходит никуда? Да, не получится туда зайти. Ладненько, вроде все, да? Что дальше-то делать? Теперь, судя по всему, надо вот туда же отправляться. Где мой дракоша? Опа. Ой! Отступить нажал. Ну и заодно надо зелье купить. Я хорошо потратился. Так, зелье. Здесь что ли? Нет. Не здесь. Вот здесь. Итак, сколько у нас, не знаю, сколько, пока не кончится. 34 тысячи я набрал. Ого. Денег имею в виду. Так, противоядие. Давайте. Десяточку возьмем. Глазные капли тоже десяточку возьмем.
целое дело. Десяточка. Все по десяточку возьму. Колотушка, десяточка. Золотая глава, десяточка. Перо финица, десяточка. Вот, 10 тысяч. Палатка, десяточка. Все. Ночевать я не буду. Так, сохраняюсь. Сейчас прилечу к башне к этой. Нет, надо, пожалуй, вот тут сохраниться. Прилечу к башне и закончу видео. И полезу его обрабатывать да Винчи бесплатным. Предыдущим я пробовал ужасно. Получилось все. То есть компас подвесился. А, тут еще вот, где надо. Так, а что-то он не садится. Вот, сел. Вот тут надо еще проверить, в чем дело тут. Вот он. Такой же, похожий. Так, тут ничего. Тут тоже ничего. Смотрим, может, проход где есть. Нет, ничего тут нет. Значит, получается, в башне надо находиться. Я поближе подключу. Вот она, башня. Опа, убитые. Гарулы напали. Вот так вот. Известный рыцарь. Может, это вор тот самый, который я спал. Просто посмотреть, что здесь творится. Погибну я или нет. Вот тут. А, это туда же, да? Так, надо переставить, кстати. Я что-то не переставил. Отступление. Хотя, может быть, отступление стоит оставить пока. Ладно. Опа. Ого. Да ё-моё. О. Да, оставлю отступление, пожалуй. На всякий случай. Так, ничего тут нет. Ничего. Новые. О, дракон. Нет, не траза. А где ограбление-то? А, ограбление надо установить. Ну вот у Галуфа, Лена подняли уровень. Так, у меня там зелья полно, так что надо подлечиться. Видите? Так, вот так. Вот так. Тут ничего нет. Вот где хорошо сейчас качаться можно будет. Кража. Атака. 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 Ну вот у Барца новый уровень, 19. О, король что ли? Король. Гарула наверху, прошу вас, спасите кристалл. О, я чувствую, помру я там. Ладно, на выход тогда. Надо сохраниться и все на этом заканчиваем. Не туда пошел. Но здесь вот хорошо качаться сейчас. О, видите?
мифриловый меч. Вот это я круто своровал. Он явно у меня должен быть сильнее. Хорошее место для этого самого, для Кати. Так, первым делом надо немножко полечиться. Вот тут тоже. И теперь смотрим мифриловый меч. О! Ого! Все, ставим. Намного сильнее. Класс! Все. Ну что ж, уважаемые зрители, на этом я заканчиваю. Сейчас попробую залить в DaVinci и целый час ускорить 5 раз. Если получится, выложу. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч.